Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень и очень жду. А сегодня мы с вами приготовим ножки куриные или индейки в духовке в остром перце. Для этого нам понадобится вот ножки 8 штук. Или бедра можно взять, тоже 8-10 штук. Так, понадобится нам соль, 1 чайная ложка, перца молотого, 1/2 чайная ложка. И понадобится чеснок, 2 столовые ложки, чили, 1 чайная ложка, зиру возьмем, 1 чайную ложку, паприки, 1 чайную ложку, и мед, 2 столовые ложки, и яблочный уксус, 1 столовая ложка. Ну, поехали. Теперь приготавливаем нашу смесь. Берем 1 чайную ложку соли. Так, чесноку 2 столовых ложки. Ну, здесь как раз будет. Так. Берем чили 2 чайных ложки. Паприки, желательно бы копченые, 1 чайную ложку. Так, зира молотый, 1 чайную ложку, и перца, ну, 1/3, вот немножко. Все это перемешиваем. Берем такой пакет плотный, туда нашу смесь и наши вымытые и высушенные ножки. Вот. Туда мы это все вот так вот стряхиваем, все перемешиваем тщательно-тщательно. Вот. Вот. И закрываем наш пакет и кладем, можно даже на ночь, а можно все надо, вот я кладу в холодильник. Вот и прошло 2 часа, а теперь вытаскиваем наши ножки, вот кладем их. Выкладываем. И ставим предварительно разогретую духовку до 230 градусов, где-то минут на 5. А потом перевертываем. Ставим режим гриль. Берем 2 столовые ложки меда и яблочный уксус. И перемешиваем. Поворачиваем ножку еще на 5 минут нашу из духовки ножки и обмазываем их вот с одной стороны. И опять духовку на 2 минуты. С другой стороны и тоже недолго, 2 минуты где-то. В общей сложности у меня блюдо готовится 20 минут. Ну вот и прошло где-то минутки 2-3, много не надо. Там сладкий мед дает вот такую эту темную корочку. Вот и готовилось наше блюдо. Приятного аппетита!